Юлия Владимировна, атташе это пресс, можно с вами поговорить? Цель моего визита в том, чтобы понять, очень тонко понять, какие требования у украинцев, которые живут в Донецке, к центральной власти, к политикам. Эти требования я хочу услышать просто вот сама и понять их глубину. И затем найти те необходимые компромиссы между Востоком и Западом, которые позволят нам объединить страну. Об угле расскажу. Какой кабак, какой бар. Я уже сегодня утром перед отъездом в Донецк встретилась с главой комитета Европейского парламента по международным делам Элмаром Броком, который в разговоре со мной дал понять, что если до четверга не начнется выведение войск Российской Федерации с территории Украины и не будут разблокированы административные здания, то Европейский Союз в четверг может собрать саммит лидеров стран Европейского Союза и огласить применение санкций третьего уровня к Российской Федерации.